Гибриды огурцов Ира и Аннушка. Чем они хороши? Каждый садовод-огородник определяет самостоятельно, какой сорт или гибрид самый лучший. Ведь многое зависит от личного вкуса. Я основную ставку делаю на проверенные сорта и гибриды. Мне очень нравится гибрид Ира. Он пчелоопыляемый, выращиваю его в открытом грунте. Обязательно прищипываю верхушку, как на главном, так и на боковых побегах, иначе он не остановится, будет расти до 2 метров и больше. Гибрид, имея высокий иммунитет, очень рано дает богатый урожай красивых огурчиков, насыщенного изумрудного цвета. Плоды отличного вкуса, без горечи, семян в мякоти немного. И еще один гибрид с красивым женским именем – Аннушка. Имея большое количество преимуществ, он очень популярен. Достаточно неприхотлив, что особенно важно для начинающих огородников. Всегда дает стабильно высокий урожай. Любит регулярный и обильный полив. Хоть этот гибрид и имеет универсальное применение, но мне он нравится за высокие засолочные качества. А вот в свежем виде кожура немного жестковата. Но это мое мнение, хотя вкус огурчиков отличный. Вот такие гибриды с женскими именами растут на моем участке, и я ими довольна. Выращивая огурцы, все-таки помните, что только при правильном и грамотном уходе можно получить высокий и качественный урожай. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.